Переулок Гвардейский. Жители этого района знают, с наступлением темноты здесь небезопасно. Ну, опасно, да, переходить дорогу в темное время суток. Можно сильно пострадать. Осторожничают не только пешеходы, но и автолюбители. Единственное освещение в переулке – это свет фар проезжающих машин. При поворотах, вот, например, бывает, навстречу кто-то едет, фара светит, да, ослепляет. То есть, ну, это небезопасно. Темный переулок знаменит частыми ДТП с пешеходами, среди которых за последние годы были и погибшие. Пешеходов здесь попросту не видно, отсутствует освещение. Прокуратура провела проверку. Указанное обстоятельство является нарушением требований государственных стандартов Российской Федерации и напрямую угрожает безопасности дорожного движения. В связи с этим прокуратурой города в адрес главы администрации города внесено представление. В случае неисполнения требований прокурора, установленный законом срок, указанная обязанность будет возложена на муниципалитет в судебном порядке. Пока восстанавливает справедливость и освещение, совет от автолюбителя. Ехать очень медленно, вот, и быть очень бдительным. Татьяна Баловнева, Константин Белов. «Наше время».